Аня, я скажу, наверное, вот в ней есть просто любовь к фигурному катанию. Ее двигает любовь, потому что она прошла через, уже можно сказать, что она прошла через большие испытания и преодолела, ну, наверное, только любовь, если не помогла их пройти. У нее был страшнейший перелом. Некоторые вообще просто не возвращаются уже ни в какой спорт, потому что тем более, что не просто вернуться, а пойти в четверные прыжки. И здесь вопрос еще, что ее семья в этом поддерживала. Семья, хрупкая такая. Ей двигает любовь. Вот. Любовь к фигурному катанию, любовь к этому делу. Видите, кто тут у нас? Ура! Скажи привет, Симоня.